Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. Десятое место. Это так громко. На канале Бангтан ТВ вышел эпизод, в котором показали, как Чангук и Тэхён прибыли вместе на концерт Юнги. Посмотрите, как они прилипли друг к другу. Магнитики любимые. Идет сладкая парочка. Мои комфортики. Им так весело вместе. Тэхён сказал, нам следует притвориться, что мы тоже устроили шоу. О боже, я так устал. Они могут хоть где-то не разыгрывать свои милые сценки. Чангук так легко подхватывает любую, даже самую сумасшедшую идею Тэхёна. Они привыкли к синхронизации и чтению мыслей всегда и везде. Опоздали, приехали в одной тачке, в домашней одежде, голодные. Парни, вы чем так заняты были? Вот она, настоящая пара. У меня такое чувство, что этот последний эпизод вызовет у соседей по-настоящему сильное расстройство желудка. Именно Юнги настоял на том, чтобы обнаженный Чимин появился на его следующем шоу и уделил ему все свое внимание. В любом случае, мы рады были еще раз увидеть, что Тэхён и Чангук, хоть и с опозданием, пришли на концерт Юнги и ушли с него вместе. Не могу, Чангук так боится потерять его из виду даже на мгновение. Так получилось, что день концерта Юнги превратился в день Тэйкук. Приехали вместе на одной машине, держались рядом, от души веселились, были счастливы так, как будто весь мир принадлежит только им двоим. Были очень тактильными, парой, не знающие расстояние между, в общем, были на режиме Бин Тэйкук, где их действия громче, чем любые слова, и уехали также вместе. Если бы этот день был ароматом, я хотел бы слышать и чувствовать его каждый день. Девятое место. Этот флирт Чангука и Тэхёна. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэхён подцепил красоток. Они написали пост и подписали фото, прекрасное фото с Чангуком. С Чангуком. И, кстати, отметили Инстаграм и Тэхёна, и фан-аккаунт Чангука. Как интересно. Тэхён любит интересные ремешки с красивым рисунком. Время для помечтать. 7 апреля Тэйкук с Хасоком посетили ресторан в комплексе Белладжо в Америке. Когда в сети появилось видео, на котором Тэйкук в обнимку стоят и фотографируются, весь мир доказывал то, что это не они, а Чангук с Хасоком.
но затем пришел Тэхён в Инстаграм и расставил все по местам, выложив фото. Так вот, о чем будем мечтать. Вчера Чангук лайкнул видео, которое подписано как «Если бы не камера, никто бы не поверил». Так вот, если бы не соседний столик и камера, которая засняла Тэйкук в обнимку, никто бы не поверил в то, что это реально были они. Мелочь, а приятно. К сожалению, все, что касается Чангука и Тэхёна, стараются оспорить и доказать обратное. Браво, Тэхён! Он всегда знает, как поставить на место неверующих, и делает это красиво. Я их безумно люблю и также сильно по ним скучаю. Всегда бабочки в животе от этого момента, так близко и интимно они стоят и очень привычно. А помните, как мы сначала пребывали в шоке из-за того, что получили видео от Чангука и Тэхёна, а потом от факта, что они сняли только для себя наикрутейший пентхаус? Юнги подарил Чангуку и Тэхёну ожерелье с медиатором. Это динамика. Тэйкук буквально сидят за одним столом. Седьмое место. О, так Чангук повернулся к Тэхёну, потому что он исполнял танцевальное движение Тэхёна и показывал ему его. Они всегда ищут друг у друга негласного одобрения. Это так мило. Шестое место. Поведение пары. Чангук всегда наблюдает за своим Тэхёном. Их мощная аура, когда они идут вместе. Пятое место. Тэхён всегда готов поддержать своего Чангука. Четвертое место. Забота. В такой простой и милый момент, как этот, их любовь и забота о друг друге всегда будет громче всех.
Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна. Бурый рис, суп с капустой и мясом, тушеные яйца, салат из огурцов и лука, кимчи из пекинской капусты, кимчи из горчицы, фруктовое желе. Завтрак Чангука. Рис, говяжий суп с редисом, жареные сосиски, жареные креветки с тыквой, кимчи из пекинской капусты, молоко. Обед Тэхёна. Бурый рис, картофельный суп со свиными ребрышками, тушеные яйца, салат из огурцов и лука, ассорти кимчи, кимчи из капусты и кимчи из редьки, манговое питьевое желе. Обед Чангука. Мультизерновый рис, острый суп из говяжьих ребрышек с зеленым луком, кимчи и соевой пастой, пикантные тушеные свиные ребрышки, жареная говядина с грибами и зеленым луком, кимчи из капусты, питьевое желе. Ужин Тэхёна. Рис, рагу из кальмаров, котлеты из свинины, овощной салат, горчичные кимчи. Ужин Чангука. Домашний рис с пастой из черной фасоли, яичный суп, соус минбоши и чили, салат из сладкого картофеля, кимчи из капусты, молоко. После концерта Юнги снял аксессуары, а Тэхёну, конечно же, интересно. Чангук такой милый. Чангук сказал: «Отлично, пойдем поедим, ведь Юнги много работал». К слову говоря, Чангук сказал это через несколько секунд после того, как отложил съеденную закуску. Уж коль сегодня вышло, наконец, то, бомбочка с концерта Юнги, давайте вспомним и те кадры, которые наснимали для нас ARMY. Это особая динамика. Тот самый момент, когда Чангук дразнил толпу, выкрикивая Юни. А Тэхён повторил. Слили полное видео репетиции. Новые фото с БАМИ. Это гениально. Fake love, она такая.
а Чангук лайкнул и прокомментировал TikTok Брайана. На что танцор ответил: «Вау, мой брат Чангук проявляет любовь к моей новой песне. Я только вчера говорил о тебе с Ником. Мир скучает по тебе, бро». То, что моему бро понравилась моя новая песня, честно говоря, больше расстроило меня, чем обрадовало. Несколько кадров в качестве с выпускного Чангука, выложенные на Weibo. Чарли Пут упомянул Чангука на вечеринке прослушивания своего нового альбома. «Этот человек отправил мне идеальный вокал. Только послушайте это. Я таю. Люблю эту песню». Тэхён был упомянут в одном из телешоу. Говоря о Тэхёне, у него кристальная натура, прозрачность. Однажды я брала у BTS интервью и спросила, куда бы вы хотели поехать в Японии. Некоторые из них сказали, что хотели бы поехать на Окинаву и поесть собу. Но Тэхён сказал: «Я хочу поехать в социальное учреждение на Хоккайдо». Он сказал, что любит детей и что он был там однажды, и у него остались приятные воспоминания о том, как он играл там с детьми, поэтому он сказал, что хочет пойти туда самостоятельно, а не по работе. Год назад Тэхён вышел в эфир из дома Чангука. Тэхён сказал: «Я вышел в эфир из дома». Чангук упоминается как звезда мирового уровня и гордость азиатов в новой китайской книге «Чэнь Синцзя. Прощальная песня». 20 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Дохе, Катар, состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. На стадионе собралось 60 тысяч человек. Чангук, солист корейской группы BTS из Азии, исполнил официальную песню этого чемпионата мира «Dreamers» в звездном исполнении. Можем ли мы поговорить о таком Чангуку? Я скучаю по этой прическе. По данным комиссии по справедливой торговле, Hype стал конгломератом первой развлекательной компанией, ставшей конгломератом. Общие активы Hype выросли на 10% по сравнению с прошлым годом и составили более 5 триллионов вон, включая 16 дочерних компаний, включая Weverse, Big Hit, Playdis Entertainment и другие. Те, кто бойкотил песни ребят, призвал не стримить, этим якобы навредить Hype, как вы сейчас. Hype от ваших игришек нет дел, он расширяется еще больше. Все, что вы делаете, вы мешаете стримам и продвижению лично ребят и мутите воду. Буду плакаться вам о том, как сильно скучаю по Чангуку, пока он не придет с фоточкой.
Песня «Форас» от Тэхёна превысила 95 миллионов прослушиваний на Spotify. «3D Чангука» с участием Джека Харлоу превысил 490 миллионов прослушиваний на Spotify. Корейские СМИ сообщили, что Чангук продемонстрировал свою необычайную популярность, заняв первое место среди сольных айдолов кей-поп как лучшая звезда Халю в целом. Чангук занял четвертое место в общем рейтинге, включая как групповых, так и сольных певцов. В рейтинге самый популярный певец и группа «Корейской волны» по результатам опроса зарубежной «Корейской волны» 2024 года, проведенного Министерством культуры Южной Кореи и КАФИС. Второе место. Это так интимно. То, как Чангук провел своим пальцем по гибкой идеальной фигуре Тэхёна. Идеально рядом друг с другом. Первое место. Чангук сказал: «Друг не может чистить креветки другу». Тэхён сказал: «Друзья не пользуются одними и теми же палочками для еды». Тем временем Чангук и Тэхён делают это по отношению друг к другу. Вам не кажется странным, что некоторые соло не могут принять реальность и убирают, или просто игнорируют, что Чангук и Тэхён всегда вместе? Будто если убрать кого-то из них с фотографий, то это сотрет тот факт, что Тэхён и Чангук все время были вместе. Эти двое мужчин так счастливы, как мы можем не любить их обоих. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.